Всем здорова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, и сегодня мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Битва автоугонщиков». Всем привет, пацаны! Короче, пацаны, сегодня у нас будет нововведение, то есть мы будем продать не по 5 машин, а целых 7. Итого у нас будет всего 14 God, тачек на карте. Сегодня мы выбрали вот такой вот район, это получается центральный. Опа, тут у меня что-то куда-то улетело. Короче, ладно. Намана. Я уже спрятал свои 7 тачек, я буквально их через секундочку покажу, пока Андрюха будет прятать свои, ну и погнали! Погнали! Ну а первая тачка Infiniti у нас будет стоять на ступеньках. Вторая тачка Tesla у нас будет стоять за вот этими стеклами. Next я решил сильно не шкерить и оставил ее на парковочном месте. Камара стоит у нас неподалеку от съемочной площадки. Я знаю, что это место мало кто чекает. Ну а Lancer я решил оставить вот именно здесь, на съемочной площадке. Panamera у нас также на съемочной, но спрятана вообще на отшибе этого участка. Ну и последняя тачка BMW M5 у нас будет стоять вот именно здесь. Ну что же, друзья, мы спрятали все тачки, секундометр я уже запустила. Пока. Это значит, что нам пора ехать пока. И искать тачку. Иди God. Ты нафиг, да. Задолбал. Да, короче, да, ребята, да, да. Преследуем, сразу Димон. Хочу сказать, что у нас всего 10 минуточек на поиске 7 машин. Это очень и очень мало по времени. Слушай, проблема в том, что район большой тачки. Еще. Ну да, район я бы сказал, что прям легенький, но и... Опачки, а что это там стоит такое? Чего? Это Nexia? А, чё, первую тачку нашел? Это самая дешманская. Блин, что ты мне Nexia подсунул? Это самая дешманская. Так, короче, сразу я на съемочную площадку. Я отсюда уже вижу первую тачку, ребята. Чё? Это у нас АМГ, отлично, ребята. Значит, просто, у меня Nexia, а у тебя АМГ. Просто, просто, отлично, так сразу Блин, его отфризить. Вот ты педроид, братан. Вот отлично, это. Погнали, ребята. Вторую тачку заметил на съемочной площадке, когда забирал АМГ. Братан, минута прошла, минута прошла, ребята. Это две тачки всего было. Две тачки, окей, хорошо. Да, ребята, да, в итоге... Да. Надо торопиться, спешить, время уже как бы поджимает. Ну все, минута. Остальное в разброс. Я всего только братан, одну тачку нашел. Ничего. Да я же понял, что да. Ты начинаешь палиться. Особенно вот это твоя да тачка. Да что там одна, не, я тебе реально я говорю. Я тебя уже выучил, братан. Тебя время тут проиграешь, как бы, братан. Без какого-либо что будешь подвоха, делать? Понятно. Что там ты все время просрешь, братан. О, ты только Nexia привез? Да, я только Nexia привез. Фига ты долгий, я уже съездил на другую. Блин. В сторону так, нашего района. Бричка и, есть, пацаны, бричка есть. Нашел ты тачку. Так, так, короче, понятно, ладно, ребята, забираем сразу первую попавшуюся. Вот, долго не будем думать. Слышь, ты не знаешь Nexia 540 на прыжке или нет? Не знаю, какая она там 540 или не 540. Хочется надеяться, хочется боже, надеяться. Боже, да, я захвачу ее. Опа, очки, чё? Чё по Тесле, братан? Чё по Тесле в магазине, да. Я думал, это самая сложная нычка для тебя. Да ну, вообще изи, сразу палится зеленым. Вот, издалека. Я думал, я еще одну тачку нашел, ребята. Это, оказывается, шторки были. Твою мать! Я так уже обрадовался. А ты где, кстати? Да я везу вторую тачку. Две минуты, ребята! Ровно минута, одна тачка. Я еду вот здесь. А что? А, вот твою Тесла вижу. Ну да, везу. Братан, вторая тачка. Я так понимаю, да? Вторая тачка, братуха. Ну, я тоже вторую привез. И, в принципе, ребята, берем следующий моцик. Чисто по две тачки, пацаны. И погнали, погнали. Только ударь. Ну иди ты на. Ладно, спасибо. Ладно, времени пощадил так тебя. Пощадил. Времени так мало. Короче, ребята, снова я еду на съемочную площадочку. Так да как... там ничего нету, я же говорю, времени тратить, ну, братан. Слушай, ну, чисто я по-братски. Только заехал и сразу как с куста две тачки нашел. Чисто по-братски, братан. Я не заезжал еще вовнутрь и не могу предположить, что бы там могло быть. Так, с этой стороны там ничего сразу... не будет. Так, тут у нас поэтому можешь пусто, не искать. Пусто. Так, окей, ребят. Пусто. Что-то в интерьеры ставил, братан, вообще? Пусто, пусто. Что в интерьеры? Тачку нашел Стингер! Блин, вот ты красот. Нет, нашел, одна, нашел все-таки. Просто, ребята, три тачки на одной стоимости. Что? Ты что, на все тачки что ли поставил, а? Да я ничего не ставил. Короче, там три пацаны, тачки всего ставил. Ну блин, тачку. Ну типа. Да ты зачем ты так говорил? Ищешь, братан, их? Так, я окей. Понял, пацаны. Так, все, все, я спалился, пацаны, все. Ладно, ищи там все машины, братан, все мои, я там все поставил. Ага, то есть, получается, если там 4, уже надо все я искать. Я все поставил, я все 7 поставил. Короче, ребята, как-то подозрительно себя ведет Андрюха, но явно то, что поставил. Я уже 4 нашел, а времени прошло. Ищи. 3 минуты, я 4 тачки нашел, нафига себе. Ребята, но блин, что это делать-то? Можно сказать рекорд, но так как у нас сегодня ограниченное количество времени и большое количество машин, рекорд надо ставить новые. Поэтому, так, родной братан, мой, у меня две тачки только. Тачкой. Я, знаешь, еще проедусь по съемочной площадочке. И если ничего не найду, я заберу Audi, которая стоит в погонщике этом. Так, слушай, ладно. Я как бы. Я езжу, я тут что-то не пусто, нахожу ничего. Пусто. Так. Пусто, так тут. Слушай, а ты на кинобазе пусто, ставил что-то? Вот стоит туда есть. Ехать?
Кинобаза, да, конечно, да. Ставил, наверное, не знаю, посмотри, подумай. Короче, ребята, я просто объезжаю всю съемочную площадку, если что-то вдруг я вижу. Или вы видите, пишите в комментариях, потому что, ну, там явно не будет. Вау! Братан, это этот Камара. Камара нашел, нифига нычка. Нифига нычка, братан. Так, тут у нас получается... Ну, походу, ты 4 тачки сюда засунул, да, получается? Скажи, да я 7, честно. Я 7 ставил. Признайся. Нет, я там 7 честно. Поставил. Я тебе сюрприз просто решил признайся, приготовить. И мы разойдемся с тобой. Ну, как... по-братски, братан, чисто 7 тачек. Тихо, море, океане, корабли, короче. Ладно, я понял, ребята, в итоге тут, походу, больше нету, да? Ну, там самая дорогая стоит. Ладно, ребята, забираем в итоге Audi. Это у нас вот и это. Тик, пацаны, летим, летим. И, короче, ребята, все. Отлично, погнали. Получается, да, ребята, прошло... Отлично. Пятая минута идет, я везу четвертую тачку. Пятая минута, я только третью тачку везу из семи. Ну, тоже неплохо, нифига. Тоже неплохо. Короче, ребятушки, это такие заявочка на победу. Так как, ну, если найду все семь тачек, это будет круто. Интерьеры надо проверить твои. Это, ну, явно. Посмотри, это прям посмотри, явно. Может мне кажется, быть, там что-то будет. Я тебе дорогу, смотри, я заставляю окей, дорогу. Хорошо, ребята, сразу четыре тачки мы уже тут поставили. Быстренько берем следующий моцик. Точно возьмешь моцик? И отправляемся. Ну зачем? Не ладно, времени, ладно, я тебя пощадил. Короче, раз. Ребятушки, сразу карта. Что у нас тут есть? А, у нас так, есть я ножнички. На кинозону еду, ножнички я на кинозону. И это ОМОНашка. Давайте мы в ножнички съездим, сразу посмотрим. Я в кинозону, что, братуха. Вдруг, а вдруг что-то мы там увидим? Сразу братуха, 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 не братуха. А, братуха, не братуха. Так, не нож... Подожди, стоп. Это ножнички? Ты не братуха или не братуха? А, да, вот ножнички. И да, тут да. У нас пусто, да? То есть я понял. Осталось проверить ОМОНашку, как-нибудь потом туда доедем, и я надеюсь, что ты их тоже не использовал. Слушай, наверняк ты что-то на кинозоне 6 ставил, минут уже по-любому. Почти прошло. По-любому что-то на кинозоне да будет не ставил ставить. Я ничего там, успокойся, я что-то... Ну, раз ты поставил, раз я поставил, easy, значит, easy, ты, наверное, easy, мог ставить. Easy. Это нычка, я о том, то, что ты самая популярная. Так, ребята, короче, я еще так. В зоне. Я еще в зоне. Так, тут у нас пусто, пусто. Так, братан, пусто, вообще ничего не ма. Да, такое себе, ребята. Как бы хорошо начали и нашел еще одну тачку. Офигеть. Чё, блин. Это у нас... А что это такое? Это какой-то маслкар у нас получается. Ну, может быть, да. Это додж даже, да! Додж какой-то. Братан, Панамеру спер. Панамера, Панамера, ребята, Панамера. Даже вот Панамера. Так умеет. Нифига себе. Да. Нормальный ход, нормальный. Так, там вроде бы нету, но все равно надо будет заехать. Слушай, я Панамеру стырил. Который я явно уже мог бы ты использовать. Я везу пятую тачку, ребята, времени уже 6.31. 31, дам, то есть дам, остается 2,5 минуты, дам, дам, и нам дам, нужно дам, найти дам, еще 2 тачки. Слушай, а Панамера да. Интересная такая. Да, блин, ты 4 интересно. Нашел, я 5 нашел, отлично. Короче, так, ребята, сколько еще раз минут, я прослушал. 2 минуты остается, братан. А, 2 минуты, а блин, нет, какой 2, 3, 3, 3 минуты 3, остается, я извиняюсь, 6.45. Другой момент. Короче, пацаны, есть шансы еще найти 2 тачки, вопрос, где они? Не, у меня только одну есть шанс найти. Нужно найти 2 тачки. Тачки. Вот так, ты, Педро, пусто. Я хотел тебя сбить. Пусто, так, пусто, так, пусто. Так, так, тут у нас что? Ребята, короче, сразу в эту сторону едем, а сейчас заглянем в ОМОНашку, любимую Андрюхину. Слушай, у тебя 5 тачек, я у меня 4. А, я нашел Кашкай! Вот просто, ты, Васильевич. Пацаны, Кашкай, это шестая Васильевич. Тачка. Это Васильевич. Шестая тачка? Она читерская, по-моему, 7 минут кстати. Осталось. Ой, боже, прошло 7 минут. Так, мы рядом в банке, надо будет посмотреть. И в ОМОНашке, так, окей, ребята, поехал по лоховским. Я, блин, почему-то уверен, что ты его это поставил в этом, в интерьере, ну, что-то. Ну, это мое любимое место, на ну, самом может, деле. Ну, может, может. Я короче, там всегда ставлю. 6 тачек за 7 минут. Это рекорд абсолютный. Это баном попахивает. И вообще, ребята, по-моему, еще никто не ставил так много тачек. А за это, я думаю, стоит поставить лайкосы. Ну, а мы отправляемся на нашем последнем моцике, ребята, искать последнюю тачку. Так, что по времени, братан, что по времени? А, время осталось, 2 минуты осталось, родной. Так, окей, окей. Короче, окей. Сразу, ребята, банк и ОМОНашка. Прям я хочу именно там попробовать найти. Куда ж ты поставил какую-то тачку еще, так, хотя бы банки, одну? В банке. Пожалуйста, хотя будь, бы хоть одну, бы она пацаны. Ты еще не использовал банк? Ты интерьер не использовал? Не юзал. Не. То есть, ребята, где-то еще одна тачка стоит. И вопрос какая? Может быть. Тут у нас ничего так. Это самая дорогая, братан, тачка, отвечает. Окей, хорошо. Самая дорогая. Так, вот ОМОНашка, сразу в ОМОНашку заходим. Там. И, в принципе, ребята, тут у нас... Чё, как тебе дорогая тачка? Знаешь, брата? Мне и больно, и смешно, потому что в ОМОНашке стоит тачка. Ну это, боже, это ГАЗ-21, тот трак, да ладно. Будешь свои донные эти, это время я для себя останавливаю. 8.30, я нашел все 7 спорткары вывозить свои. Просто жесть, я сегодня реально в ударе, ребята. 9 минут
остается, ну точнее прошло, тебе остается одна минута, родной. У тебя сегодня всего 4 тачки? Времени. 4 да, тачки? Всего 4 тачки, братан. Ребята, всего ладно, 4. Получается, как только Андрюха что-то найдет, я продолжу, вот, и, конечно же, покажу вам. Ребята, Андрюха в итоге не справился с задачей, он не нашел 4 7 тачек, тачки но 4 всего. Тоже неплохо, и прямо сейчас мы подсчитаем их цены и узнаем, кто же выиграл по цене. Но первая тачка, которую ты не нашел, это у нас, получается, BMW стояла вот здесь, на другой стороне нашего там. Района. Ну и вторая тачка, которую я не нашел, это, получается, Лансер, она стояла также на съемочной площадке. Я тут ездил, братан, ездил. Ну и последняя тачка, которую ты не нашел, была рядом офигеть, со спауном, это, получается, у нас Финик, да. Итак, друзья, там. Почитали цены наших машин. Давай, Андрей, говори, сколько у тебя вышло в итоге? Да, братуха, 21 лямчик. 21 лям всего? Да, вообще ни о чем, братан. У меня вышло 35 лямов, прикинь? Чего? То есть, ты угнал 4 тачек? Тачки, у тебя тут вообще, ну, недалеко от меня. Я угнал 7 тачек, офигеть. У меня по цене, ну, не так дорого. Ну, ну такое. Да, да, да. Ну, короче, ребята, в любом случае, балл за цену забираю я. И сейчас мы сделаем наше одно испытание. И как раз-таки дадим шанс Андрею отыграться. Погнали! О, ну чё, пацаны, берем реванш. Сейчас либо 1-1, короче, либо Димон победил. А, ребята, короче, в итоге посмотрим. Я взял самую лучшую тачку из того, что было. И вроде как она мне читерская. Вроде. Ну, я могу ошибаться, конечно. Ну, может быть, может быть. Камара, но, может и не Камара, быть. Сколько ты едешь? Братан, у меня раскрывается, 300. Братан! У меня раскрывается, так сразу, блин, 310. Все, ребята, мы все включаем. Ты что-то ушел 330, сразу. Братан, 340, 320. 350, походу, я тебе не дам куда шанса улетел? Сегодня. 360. 325. 370, я прыгаю, братан, Кашка нет, все-таки габелла, вытащил. Габелла, и в итоге братан. Я прыгаю чуть дальше билборда. Ты прыгаешь не. поближе. Это лысый говорит мужик, о том, что, братан. Ребята, да, сегодня не получилось тебе отыграться. Ты прыгнул да, на билборда, конечно, дальше. Второй балл мой, вот. И это говорит о том, что сегодня в битве автогонщиков я держал просто уверенную победу, ребята. Угнал крутые тачки, наварил много бабок, и это, собственно, не может не радовать. Да, да, ребята, да. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Вот. Ну а мы с вами прощаемся. Всем удачки и пока. Всем пока, народ.